До конца регулярного чемпионата России по волейболу среди мужских команд осталось всего 3 игры. В минувшие выходные прошла встреча «Факела» с краснодарским «Динамо». На этот матч гости возлагали большие надежды, так как на выездном поединке на Черноморском побережье новоуренгойские спортсмены вырвали победу из рук хозяев. В газовой столице южанам удалось взять реванш. Подробнее расскажет Марина Кошмак. Матч ожидается многообещающим. Гости из Краснодара приехали с боевым настроем. Иначе и быть не могло. Игра первого круга с «Факелом» закончилась для южан не в их пользу. Теперь все силы брошены, чтобы вторая попытка стала реваншем для динамовцев. С первых минут видно, что от планов гости перешли к делу. Яростные атаки и четкие блоки дают возможность команде гостей вырваться вперед. От хозяев площадки особого сопротивления не наблюдается. Ни одна атака так и не доводится до логического конца. Итог неутешительный. Счет открыт. И он не в пользу «Факела». Ситуация не меняется и во втором сете, хотя, казалось бы, «Факел», почувствовав серьезную игру соперников, собрался. Но первый успех тут же сменяется удачной серией подач гостей. Гонка за южанами продолжается, но динамовцы уже разогнались и до конца сета так и остаются далеко впереди. Еще одна партия в зачет гостей. Надежда на то, что хозяева площадки покажут себя более активно, не покидает болельщиков. К тому же прецедент уже был. Первая половина третьего сета более или менее стабильна. Середина партии дает даже повод для радости трибун. 17-17. Но тут очередь успешных пасов и атак новоуренгойских спортсменов сменяется чередой ошибок. Удача, так и не жалующая команду последние 3 недели, окончательно отвернулась. Со счетом 19-25 в пользу краснодарского «Динамо» третья партия заканчивается. А с ней и весь матч в целом. Заявка гостей на реванш успешно реализована. For us, maybe we play the best. Пожалуй, сегодня была лучшая наша игра за всю Суперлигу, за весь сезон. Мы сегодня показали отличный результат и в защите, и в атаке. И вот сейчас уже очень-очень близко плей-офф. И для нас сейчас очень важно с максимально хорошей позиции выйти на плей-офф. Конечно, «Факел» сильная команда, и мы очень рады, что сумели сегодня так красиво победить. Для новоуренгойской команды этот проигрыш пополнил список не особо удачных игр на чемпионате России. Но, как считает тренер Фердинандо де Джорджи, во многом это связано с нехваткой выдержки и морального настроя на этот матч. Когда проигрывается одна игра за другой, теряется необходимое спокойствие и уверенность в себе. Хороший момент. Краснодар giocato bene. Сегодня Краснодар сыграл хорошо. Molto bene in difesa. Очень хорошо в защите. E questo ci ha... E bastato questo lavoro in difesa per и этой работы в защите у них было достаточно. Diciamo annullarci quasi nel senso che non siamo riusciti обнулить. A reagire a questa ситуация. Мы не смогли ответить, среагировать на эту ситуацию. Впереди еще 2 игры, где у «Факела» есть возможность показать класс. Пара очков копилки команды не помешают. Да и от места в турнирной таблице зависит немало. Хочется верить, что новоуренгойская команда все-таки вырвется из черной полосы и достойно проявит себя на финише сезона. Марина Кошмак, Артур Цвилюк, служба новостей «Импульс».